And now we come to the time when we're going to look together into the Word of God. А теперь мы с вами как раз подошли к тому моменту, когда начнем разбирать детально и тщательно Слово Божие. I'm going to begin by giving you a bit of background information to the minor prophets. Сначала я хотел бы сообщить некие общие сведения относительно книг малых пророков. And I welcome questions or interaction that you might have as we go through the study. И если у вас будут какие-то вопросы или если будут какие-то комментарии по содержанию нашей темы, они приветствуются. Пожалуйста, задавайте их и говорите. But I will ask that let's get to kind of a stopping point, and then I'll have time for questions in a little bit. Но давайте организуем с вами наше занятие примерно так. Сначала говорить буду я, а потом скажу, что есть время для вопросов и комментариев, и как раз на этом этапе вы будете их задавать. Хорошо? Yes. One of my professors at seminary. Один из моих преподавателей в семинарии. Once said that many Christians are small in heart. Однажды сказал, что многие христиане являются такими карликами, знаете, в сердце своем. Because we are small in our understanding of the minor prophets. Потому что у нас очень маленькое, небольшое понимание книг малых пророков. 10 years ago, there was no portion of scripture with which I was less familiar than the minor prophets. 10 лет назад малые пророки были наиболее неизведанным для меня разделом Библии. But Russia has changed all of that. Но Россия изменила такую ситуацию. In 1999, I was invited to go to Tatarstan, the city of Nizhnekamsk. В 99 году меня пригласили в Татарстан, в город Нижнекамск. And the assignment I was given was to teach the minor prophets. И вот там меня попросили преподавать по книгам малых пророков. I was terrified. Я был в ужасе. Because I didn't know the minor prophets very well. Потому что малые пророки я практически не знал. Since that time, I've had the opportunity to teach the minor prophets in Russia 5 times. А вот с того времени я уже 5 раз преподаю, веду занятия по книгам малых пророков. And I have come to love the minor prophets. И мне эти книги теперь очень и очень нравятся. And I hope that you will through our time together as well. И я также надеюсь, что и вы получите большое удовольствие и от изучения этих книг. There are 12 minor prophets in the Old Testament. В Ветхом Завете 12 малых пророков. The prophets are divided in the Old Testament into actually the entire book of prophets, and then there are the historical books. Есть непосредственно книги малых пророков, а есть исторические книги. The blocks of prophecy were written, or the minor prophets, were written from about the 9th to the 5th centuries B.C. Пророческие книги были написаны примерно с 9 по 5 века до нашей эры. And the themes of the minor prophets are such things as Messiah. И к числу тем, которые освещаются в малых пророках, относятся следующие темы. Это Мессия. And Israel and the nations surrounding Israel. Израиль и окружающие Израиль народы. And then the kingdom of God generally. А также Царство Божие в общем и в целом. There is also a tremendous emphasis on righteousness and justice. В этих книгах делается очень большой акцент на праведности и на справедливости, на правосудии. And because God is righteous, so the people of God should be righteous. И поскольку праведен Бог, то и Божий народ должен быть праведным. Now, a prophecy is a written or oral communication of God's will. Это устное или письменное, словесное оглашение воли Божьей. You might think of a prophet as someone who speaks to people on behalf of God. Но пророк — это примерно такой человек, который обращается к людям от имени Бога. By contrast, a priest speaks to God on behalf of people. А священник, наоборот, обращается к Богу от имени людей. But again, the prophet speaks to people on behalf of God. Но опять-таки, пророк говорит к людям от имени Бога. Now, many times people hear the word prophet and they think of someone who predicts the future. Часто, когда человек слышит название пророк, он сразу подразумевает человека, который предсказывает будущее. But a prophet's role really was more general than that. Но на самом деле роль пророка была более общей. A prophet was to speak the word of God generally. Прежде всего, пророк должен был провозглашать Слово Божие в общем. And often that related to how the word of God related to the present situation.
то есть возвещать волю относительно той или иной ситуации, волю Божию. Sometimes a prophet was referred to as a seer. Иногда пророка называли провидцем. He could see by faith's eye the way things really are. Он видел реальную картину происходящего. He saw spiritual realities that other people couldn't see. Он видел духовные реалии, которые взору простых людей были недоступны. Now, some of the prophets were Levites. Некоторые из пророков были левитами. Ezekiel and Jeremiah were Levites. Иезекииль и Иеремия, например. But the majority came from the other tribes. Но большинство других пророков были представителями других колен. There were three major functions of Hebrew prophecy. Теперь, что касается функций еврейского пророчества, этих функций было в основном три. First, to encourage God's people to trust the Lord. Во-первых, побудить Божий народ уповать только на милость Божию. Second, to warn God's people that safety and blessing. Во-вторых, напоминать народу Божьему, что безопасность и благословение were conditioned on their faithful obedience to the covenant. Даются Богом при условии неизменной приверженности завету. And third, the prophets gave Israel hope. И третье, ободрить народ Израиля и дать ему надежду. And they encouraged them with respect to the future. Now, the minor prophets divide into four separate sections. Малые пророки делятся на четыре группы. Three of the prophets were written directly to the nation of Israel. Три пророка писали непосредственно для народа израильского. Hosea, Amos, and Jonah. Так, Осия, Амос и Иона — это три пророка к Израилю. Then there are three prophets that were written to Judah. Три пророка обращались к Иудее. Obadiah, Joel, and Micah. Авди, Иоиль и Михей. There are three what we call pre-exilic prophets. Существует три пророка в период до пленения. Habakkuk, Zephaniah, and Nahum. Аввакум, Сафония и Наум. And then there are three prophets who wrote to post-exilic. И три пророка в период после пленения. And that would be Haggai, Zechariah, and Malachi. Агей, Захарий и Малахия. Остальные. How about the rest? The rest of the prophets would be the major prophets. Остальные пророки — это большие пророки. Мы сейчас говорим о малых пророках только, а их 12. So we are just studying the 12 minor prophets. Now, chronologically, the minor prophets begin with Obadiah. Хронологически малые пророки начинаются с Авдия. And during the days of Obadiah, the king of the southern kingdom was Jehoram. Авдий пророчествовал во времена царствования в южном царстве царя Иорама. The king of the northern kingdom was also another king named Jehoram. В Израиле в это время царем тоже был Иорам. Now this is somewhat confusing. Несколько непонятно, не так ли? How is it that there are two kings of the people of God? Как получилось, что у народа Божьего были сразу два царя одновременно? Well, let me set the stage for you. Давайте я вам немножко опишу ситуацию. And tell you how we came to the situation where there are two kings of the Jews. И расскажу, как получилось так, что было два царя у еврейского народа. And what I want to do is give you a race through some of the Old Testament history. И для того, чтобы это сделать, давайте буквально семимильными шагами пройдемся по истории Израиля. Are you ready to run fast? Готовы к такому марафону, к забегу? Okay. Begins in the book of Genesis. Мы начинаем с книги Бытие. And there are eight words that will help you always remember the flow of Genesis. Существует восемь слов, которые всегда могут вам помочь пройти через эту книгу. There's the creation. Сотворение. Followed by the fall. Грехопадение. Followed by the flood. Потоп. Followed by Babel. Вавилонская башня. Вавилон. And then there's Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф. And there in eight words you have the entire book of Genesis. То есть вот эта книга Бытие, она как бы своими основными вехами, вот эти слова и описывают основные вехи книги Бытие. And in those eight words we have the beginning of God's work of creating a people for his own purposes. И вот в этих восьми словах заключена творческая деятельность Бога по сотворению людей для своего замысла. After Genesis
comes the time of Moses and the Exodus. Потом, после бытия мы доходим до Моисея и исхода. God raised up Moses to be the deliverer of the Jews. Моисей должен был освободить народ израильский. He went to Pharaoh and said, "Let my people go." Вы помните эту знаменитую песню, когда он пришел к фараону и сказал: "Отпусти народ мой." For they had been in captivity for 400 years. Ибо они уже находятся в пленении 400 лет. All right. Then God led them out of Egypt at the Exodus. Потом Бог вывел их из Египта, и мы дошли с вами до книги Исход. And with a strong arm, he divided the Red Sea. И своей крепкой десницей Бог разделил воды Красного моря, и люди прошли по суху. And then the Egyptians were destroyed. А потом помните, что воды снова сошлись, и египетская армия была уничтожена. Now you know this history, but following this were 40 years of wandering around in the wilderness. Вы помните, конечно же, эту историю, что после этого народ израильский бродил по пустыне еще 40 лет. And Moses died in the wilderness. Моисей там и умер. And all that generation that had rejected the Lord died in the wilderness. И все то поколение, которое отпало от Бога, которое отвергло Бога, также они умерли в пустыне. And they were finally led into the promised land by Moses' successor, Joshua. И, наконец, последователь Моисея, Иисус Навин, ввел народ в землю обетованную. First Jericho fell. Сначала пал Иерихон. And then the Jews defeated all kinds of nations all the way through the land of Palestine. А потом евреи стали постепенно завоевывать все народы, чужеземные народы, которые жили на территории Палестины. They had tremendous success by God's grace. По Божьей милости и благодати у народа израильского были постоянные победы, был постоянный успех. And when Joshua died, the beginning of the time of the judges came. И когда умер Иисус Навин, вот это знаменовало собой рубеж перехода к эпохе судей. And the time of the judges was characterized as a time when everyone did what was right in their own eyes. И вы также, наверное, помните, что книга судей, девизом как бы книги судей было следующее: каждый делал то, что ему казалось справедливым. And of course, that is a very bad thing. That isn't. That is a bad thing, yes. И, конечно, как вы понимаете, это не самое лучшее отношение. And so the people of God were continually given over to judgment. Поэтому народ Божий периодически подвергался осуждению. And they would cry out to God for deliverance. Потом они молили Бога об освобождении, об искуплении. He would raise up a judge. Бог давал судью. Who would deliver them? Который and then they would sin again. Разрешал ситуацию, а потом народ израильский снова впадал в грех и так далее. И так продолжался цикл греха. After many cycles of this judgment, deliverance were repeated. И вот этот цикл греха продолжался постоянно, с определенной последовательностью. Finally begged God for a king. И, наконец, народ возопил к Богу о том, чтобы Бог дал им царя. And that was so that they could be just like all the other nations. А зачем им нужен был царь? Чтобы быть подобным другим народам. So God gave them a king just like all the other nations had. А вот Бог и дал царя, как и все другие народы. Теперь у народа израильского был царь. And that first king was King Saul. И вы помните, что первым царем у народа израильского был Саул. Saul proved to be a great disappointment to God. А Саул был разочарованием в глазах Бога и очень большим разочарованием. He was replaced by King David. После него царем был царь Давид. Who was a man after God's own heart. Это муж по сердцу Божию. And then David's son Solomon came to the throne after David died. А потом на престол после смерти Давида взошел его сын Соломон. But Solomon allowed his heart to be turned away from the Lord. Но Соломон какое-то время правил правильно, а потом сердце его отвратилось от Бога. He married many foreign women. Он стал брать себе в жены чужестранок. He worshipped idols. Поклоняться идолам. And so the nation was on a very shaky spiritual track by the time Solomon died. И можно сказать, что к моменту смерти царя Соломона народ израильский был на очень шатком духовном основании. And when Solomon died, his son Rehoboam came to the throne. И когда Соломон умер, на престол зашел его сын Рехабоам. But Rehoboam was such a foolish son. Но Рехабоам был настолько глупым сыном, настолько несмысленным сыном. That he alienated the largest part of the whole nation of Israel. Что он довел ситуацию до того, что большая часть народа израильского отстранилась, and обособилась. And the southern nation stayed with Rehoboam. Юг остался с Рехабоамом.
And the entire northern nation went with another man, Jeroboam. А на севере появился новый царь Иеровоам. Jeroboam the first became the king of Israel in the north. А Иеровоам первый стал первым царем севера, северного царства. And Rehoboam, the grandson of David, became the king of the southern kingdom of Judah. А Иеровоам, внук Давида, стал первым царем в Иудее. And that's how we came to have the two divided kingdoms of Israel. Вот так и произошло разделение на Южное царство и Северное царство. Among the prophets were Elijah and Elisha. Среди пророков были Илия и Елисей. And right about that time, Obadiah began his prophecies. И примерно вот в этот самый период начинает пророчествовать Авдий. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.